Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с представителями Комитета физической культуры и спорта администрации округа провели профилактические беседы с велосипедистами и роллерами в парке Ларисы Лазутиной. Автоинспекторы побеседовали с детьми и взрослыми, напомнив о правилах поведения на дороге. Юных велосипедистов проинструктировали, что передвигаться по дорогам на велосипеде можно только с 14 лет. Также роллерам и велосипедистам напомнили об обязательном использовании защитной экипировки.